самого утра 2 августа военные в тельняшках и голубых беретах встречали гостей. В этот день на базе 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского полка прошло празднование Дня основания воздушно-десантных войск. Начался праздник с возложения цветов к мемориалам в сквере десантников. Глава города Ставрополя Андрей Джаддоев вместе с офицерами почтил память героев воздушно-десантных войск. Сегодня мы встречаем день ВДВ в обновленном сквере десантников. Это тоже плоды нашего взаимодействия. По поручению губернатора мы привели его в порядок, посоветовавшись с вами, как он должен выглядеть. И я думаю, что это не последнее общее наше дело, где мы будем с вами иметь успех. Еще раз от всей души с праздником, крепкого вам здоровья, чтобы все было нормально в ваших семьях, счастья и благополучия. На мероприятии также присутствовали почетные гости, которые не смогли прийти на праздник с пустыми руками. За особые заслуги они наградили военных благодарственными письмами и памятными подарками. Разрешите мне от аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе поздравить вас с Днем образования воздушно-десантных войск. Рожденная в далеком уже 1930 году, воздушно-десантные войска крепли и развивались в непростые предвоенные годы, покрыли свои боевые знамена неувидаемой славой в годы Великой Отечественной войны и получили дальнейшее развитие в послевоенные годы. И сегодня, спустя уже практически 75 лет, прошедших после Великой Победы, потребность в вашей службе, она как никогда актуальна. В свой праздник десантники подготовили для гостей насыщенную программу. На территории военной части были организованы выставки военной техники, спецодежды и оружия. Но самые яркие эмоции у зрителей вызвали показательные выступления десантно-штурмовой бригады и парашютистов. Мне больше всего понравилось, что стреляли. А мне больше всего понравилось, что массовали. Для военнослужащих День ВДВ стал не просто профессиональным праздником, но и семейным. Многие пришли на праздник со своими женами, детьми и даже внуками. Ну, мы каждый год ходим на праздник. Это наш семейный праздник. У нас папа военнослужащий. Мы с детьми. Это наша традиция. Воспитываем боевой дух. Вот. Любим, уважаем, гордимся очень. И растим новое поколение. Всех с праздником. Здоровья, семейного благополучия, низкий поклон матерям, потому что есть в песне десантной «Спасибо тебе, мама, что я годен в ВДВ». А здесь парни не последнего десятка, и хоть сейчас в космос отправляют, поэтому с ними и в атаку пошли бы, и в разведку сходили бы, и все бы было very good, короче. Поэтому здоровья, здоровья, здоровья. Такое яркое начало дня ВДВ задало хороший темп празднику и зарядило гостей энергией на целый день. Дарья Семиренко, Максим Квитковский, АТВ «Ставрополь».